После того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем уходе из королевской семьи, прошло уже более 2 лет. Елизавета II до последнего надеялась, что Сассекская найдут в себе силы извиниться перед семьей и вернуться в британскую корону. На протяжении долгого времени монарх оставляла должности, которые занимали герцоги во время своей службы, пустующими, но совсем недавно королева решила, что монархия будет двигаться дальше без Сассекских. А уже на днях стало известно, что Ее Величество лишило Меган Маркл покровительства благотворительного фонда по защите животных Мэйхью. Об этом сообщили представители организации. «Наше сотрудничество с герцогиней Сассекской и ее покровительство фондом закончилось в начале этого года. Для Мэйхью было невероятной честью работать с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Она взяла покровительство над фондом в начале 2019 года», — гласит заявление компании. Безусловно, Меган Маркл не могла не прокомментировать данную новость и написала фонду благодарственное письмо, которое, конечно же, было опубликовано через благотворительную организацию Арчуэллы. «Время моего сотрудничества и покровительства Мэйхью подошло к концу, но моя поддержка осталась. Я призываю каждого из вас оказывать помощь фонду любым возможным способом. Эмоциональная поддержка животных не имеет себе равных. Вы должны понять еще кое-что, не вы спасаете их, а они спасают вас. Мэйхью, спасибо, что доверили мне такую честь, стать вашим покровителем», — написала Меган. Стоит отметить, что приют, который на протяжении нескольких лет находился под опекой герцогини, был основан еще в 1886 году в качестве «дома для голодающих бездомных кошек». В 1904 году он был переименован в «Дом животных Мэйхью» в честь его первого покровителя Анны Мэйхью. Кроме того, приют продолжал свою работу и период Второй мировой войны, а в 90-х организация начала увеличивать свои масштабы. Здесь открылась ветеринарная клиника и служба защиты животных. К слову, именно из этого приюта Меган взяла 2 собак Бигля и Лабрадора, с которыми и переехала во дворец. Безусловно, к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон всегда будет приковано внимание СМИ и публики. Герцог Кембриджский – главный наследник королевского престола, а некоторые поклонники монаршей семьи и вовсе были бы не против, чтобы принц Чарльз уступил место на троне своему сыну. Однако даже несмотря на то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон уважают устои монархии и следуют многовековым традициям, жизнь не стоит на месте, и чтобы развиваться, британской короне необходимо отказаться от многих правил. Кембриджские поддерживают практически все современные инициативы, начиная от проектов в области ментального здоровья и заканчивая активностью в социальных сетях, что не всегда одобряет корона. Совсем недавно супруги вернулись из тура по странам Карибского бассейна, и, безусловно, путешествие по тропическому региону заставило герцогов задуматься над многими вещами. Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с гневом активистов, которые организовали митинги с целью призвать властей освободить их государство от оков британской монархии. Кроме того, бунтующие потребовали лишить Елизавету II статуса главы государства. Уже по прибытии в Великобританию герцог опубликовал заявление, в котором сообщил, что доверяет будущее стран Содружества народу. «Я думаю, он осознает необходимость перемен, потому что в наши дни это важная игра на доверие общественности. Сейчас мир изменился, и все стало другим по сравнению с тем, что было, когда королева взошла на престол. Теперь все зависит от того, как вы рекламируете себя, что освещается в СМИ, а что нет, и вам нужно очень хорошо это осознавать. Кроме того, люди ожидают увидеть в представителях королевской семьи человечность. Я думаю, что народ требует от них все больше и больше объяснений. Но Уильям, похоже, готов отдать себя в этом отношении, и я думаю, что это правильный шаг», — объяснила эксперт Полин Макларан. Именно поэтому кембриджские решили отказаться от правила «никогда не жалуйся и никогда не оправдывайся», ведь при ином раскладе монархия останется без поддержки народа. С момента выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл прошло уже немало времени, однако его последствия все еще дают о себе знать. Провокационные заявления пары в адрес королевской семьи не оставили без внимания многие эксперты. «Мнение общественности о герцоге и герцогине Сассекских сильно ухудшилось», считает журналистка Камила Томини. Она проанализировала интервью и назвала главную ошибку, которую совершили супруги. По ее мнению, было неправильным лишать членов королевской семьи возможности изложить свою версию событий.
нет ничего взвешенного в том, чтобы пойти на подкаст или КОПРИИ, высказав кучу обвинений, при этом не предложить права на ответ. Когда мне нужно писать, например, о Меган и Гарри, я обращаюсь к их людям в Лос-Анджелесе и задаю вопрос: «Я слышала такую информацию, каков ваш комментарий?» – пояснила Тамини. Принцесса Шарлотта и ее братья, принц Джордж и принц Луи, унаследовали любимое развлечение Ее Величества. Королевская семья славится любовью к конному спорту. Так, принцесса Анна выиграла золотую медаль Европы и завоевала награду BBC как «Спортивная личность года» за верховую езду, а принц Чарльз в юности серьезно увлекался поло. Давно известно, что Елизавета II любит проводить время со своими лошадьми на свежем воздухе. Теперь кажется, что ее правнучка, принцесса Шарлотта, идет по ее стопам. Говорят, что принцесса Шарлотта, принцы Джордж и Луи стали «заядлыми наездниками», и все трое скачут на своих первых пони. Источник, близкий к Букингемскому дворцу, сообщил королеве грустно, что она не может сесть на лошадь. Верховая езда – одно из ее самых любимых увлечений. Сейчас она отдыхает и принимает все меры предосторожности, чтобы вернуться в форму. Однако она полна решимости вернуться к верховой езде как можно скорее, и она никоим образом не чувствует, что катание на лошадях осталось в прошлом. Но сейчас все счастливы, ведь, как утверждает Daily Express, понятно, что у Арчи и Лилибет нет нянь, вместо этого Меган и Гарри сами ухаживают за своими детьми с помощью Дории. Обожаю Daily Express у них, что ни день, то новость всем новостям новость. Как все мы помним, Меган Маркель внезапно и таинственно, с соблюдением всех правил звезды Голливуда, но при полном пренебрежении протоколом королевской семьи, родила своего первого ребенка от принца Гарри сына Арчи, в мае 2019 года. Однако мама Меган, Дория Рагланд, в отличие от БКС, точно знала дату родов и прилетела из Лос-Анджелеса аккурат перед появлением на свет седьмого в очереди на трон. Дория оставалась во Фрогмор-коттедже в течение 2 недель после рождения Арчи и, как сообщается, сыграла решающую роль, помогая Меган и Гарри приспособиться к родительству. И, как утверждает королевский комментатор Эшли Пирсон в фильме Channel 5 2022 года «Гарри и Меган против монархии», Меган очень сильно страдала, когда Дория вернулась в Лос-Анджелес. Дория очень поддерживала Меган после рождения Арчи, но, конечно, ей пришлось вернуться домой, а отсутствие Дории очень сильно ударило по Меган. Дженни Бонд, королевский эксперт и бывший корреспондент ВВС, в свою очередь, отметила, насколько особенным для Дории было рождение ее первого внука, рождение Арчи, разумеется, было довольно важным моментом для семьи Маркель. Но для Дории это стало совершенно особенным событием, ведь это был ее первый внук. Она прилетела в Великобританию, чтобы помочь дочери и зятю ухаживать за малышом и стала огромной частью этой маленькой семьи. Дория была незаменима для Меган в тот момент. Но когда Дория убыла в Лос-Анджелес, Меган, по словам королевского комментатора Эмили Эндрюс, почувствовала себя пойманной в ловушку. «Я думаю, что Меган чувствовала себя очень неправильно понятой, и она чувствовала себя в ловушке, и поэтому она решила что-то с этим сделать. Что Меган сделала, мы все помним, устроила мигзит. Но сейчас, как уверяет издание Daily Express, у семейства все отлично, теперь, когда Меган и Гарри поселились в Монтисито, они гораздо ближе к Дории, которая живет в Вью-парк Виндзор-Хиллз, район Лос-Анджелеса, всего в 1,5 часах езды от дома Сассексов. Дория, как и после рождения Арчи, была под рукой с такой же незаменимой помощью и советом в июне 2021 года, когда родилась Лилибет. Понятно, что у Арчи и Лилибет нет нянь, вместо этого Меган и Гарри сами ухаживают за своими детьми с помощью Дории, пишет Daily Express. Меган, продолжает Daily Express, ценит роль, которую бабушки и дедушки играют в воспитании своих внуков. Дядя Меган, Джозеф Джонсон, ранее рассказал Mail Online о том, что Джанет, бабушка Меган, сыграла большую роль в ее воспитании. Он сказал: «Думаю, что и Дория отличная бабушка, которая воспитает детей Меган так, как ее собственную дочь воспитала бабушка Джанет».